Очень важное событие, очень важная информация. С 22 по 24 мая в городе Красноярске стартует чрезвычайно, поверьте мне, очень важное, необходимое дело и очень интересное. Это фестиваль, всероссийский первый международный фестиваль кино для детей и юношества под девизом «Герой». И я призываю всех найти время, прийти посмотреть фильмы, найти время и душевные силы поучаствовать в обсуждениях, потому что нам это крайне необходимо понимать, а кто же герой сегодняшнего дня. И наши сценаристы напишут замечательные сценарии, а наши режиссеры снимут замечательное кино. И мы опять-таки привезем их к вам, в город Красноярск, и мы вместе все их посмотрим и обсудим. И мы двинемся к нашим счастливым победам. Мы найдем этого героя, правда? Все вместе. Спасибо.